Из-за неспадающей жары в выходные сотни екатеринбуржцев вышли на мокрое дело. В центре города, вооруженные пистолетами, люди мочили друг друга и случайных прохожих. Так прошел самый массовый в местной истории День Нептуна. Сухим с поля водного боя не ушел никто. Это у меня с работы, поляризатор, я парикмахер. Вот, пуляюсь им, надолго хватает. Это ж весело. А что веселого? Ну, вернуться в детство. Водная баталия развернулась у фонтана на Октябрьской площади. Горожане пришли с пистолетами, самодельными пульверизаторами и обычными ведрами. Не церемонясь, участники флешмоба принялись воевать друг с другом и с 30-градусной жарой. Это был бой без правил. Разрешалось стрелять в спину и обливать лежачих водой с головы до ног. Досталось даже репортерам и невесте, которая рискнула сфотографироваться у фонтана. День Нептуна в уральской столице проходит ежегодно, но нынче эмоции били через край.